Снегу рады на лыжном стадионе. Красногорская лыжня в декабре была отменена из-за его отсутствия. А сегодня, благодаря разгулу стихии, важнейший из этапов Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам – в Красногорске. После наших снеговых зарядов ребятам пришлось равнять, делать контруклоны. Но молодцы стадионщики, справились. Спасибо руководству комплекса «Зоркий». Сегодня все идеально. Все здорово, все классно. Хорошо, что снегопад прошел. Снег много, лыжня в идеальном состоянии. Тренироваться одно удовольствие. Вот к завтрашнему старту все готово. На лыжню вышли лучшие спортсмены страны, члены сборной России, успешные гонщики наши и из ближнего зарубежья. Лыжная элита пробует снег в преддверии соревновательного дня. Уже 9 февраля на Красногорской трассе сразятся не только за континентальный кубок, но и за право поехать на Кубок мира сверх квоты. Все основные ребята, кто не поехал на Олимпиаду, так что все должны завтра здесь быть. Дмитрий Епаров, это олимпийский, ну как серебряный призер Олимпийских игр, он классикой хорошо бегает. Стас Волженцев, Сергей Турышев. Сутки еще решается, сегодня ночью уже сказали, сообщат вот по всем, по кому подавали апелляции, там уже видно будет. Шанс есть, да, но маленький, но есть. Кубок, конечно, не Олимпийские игры, но серьезность этих соревнований отмечают все без исключения спортсмены. Гонка включена в календарь Международной федерации ФИС. Кроме того, победители получат рейтинговые очки. Бежать предстоит 10 километров женщинам, 15 мужчинам классическим стилем. Лыжники переживают, что этот этап кубка выпал на будний день. Зрительская поддержка им бы не помешала. Соревнования обещают быть очень интересными. Будет финал кубка, он состоится в Архангельской области, в Малиновке. То есть здесь предпоследний, скажем так, этап. Ну, ответственный. Очень ответственный. У нас здесь будет завтра очень хороший состав. У меня специфика спринтерская, но все равно я стараюсь хорошо выступать в дистанциях. То есть завтра я хочу неплохо выступить. Как раз сравниться с девчонками. Я полтора месяца не выступала и просто хочу посмотреть, на каком я сейчас уровне. Это такой вид спорта, что может быть все непредсказуемо. Иногда секунды, доли секунды все могут решать.